Всем привет! Хороший день для рыбалки. Сегодня снова буду ловить на спиннинг. И основной целью будет щука. В этот раз я буду ловить на лесном озере, так как сегодня ветер очень сильный и будет постоянно сдувать. Неудобно с лодки ловить, поэтому выбрал такой вариант. Но в случае чего, если будет вообще плохо, все не по клеву, тогда буду переходить на другие озера и старицы, а там посмотрим уже. Комплект у меня сегодня Nord Stream Speaker 7.25. И страдик в 4000 размере. Буду сегодня на воблера ловить, стараться на крупные. Ну а там посмотрю, так как в прошлый раз сперва упирался в крупные, потом по итогу оказалось, что на мелкие лучше клевало. Но сейчас погода очень холодная, сравнительно с прошлым разом. По идее, щука должна еще сильнее активизироваться и соответственно жаднее стать. Ну, начну с орбита, точнее копии на орбит. А там я уже не знаю, какая здесь глубина. Судя по всему, здесь не более 1,5 метра. Куча патронов. Охотники, я так понял, либо закрыли сезон, либо отсюда ушки. Ну, так я не вижу, по крайней мере, после них. Но не хотелось, чтобы тут одновременно во время ловли еще присутствовали охотники. Как минимум опасно. Ну что, пора на воду. Вроде ничего не забыл. Вон после охотников осталось. Вон. Вон. И там еще. На раз десятка 3-4 сверху. Вот такое вот озеро. Единственное плохо то, что ветер вдоль. Я надеялся, что все же будет боковым. Ну ладно, там посмотрим. Самое главное, что клевало. Не, глубина здесь хорошая, я был неправ. Не ожидал, то что здесь так 2 метра где-то. Пока шел сюда, увидел лесу красивую, но успел только заснять на телефон. Приятно, когда видишь такое. Охотники все еще стреляют. Главное, чтобы у меня здесь они не были. А то будет не очень приятно. Так, мне вот интересно, какой сегодня будет воблер работать. И главное, чтобы работало. Сразу кинул и сразу есть. Только не пойму, что это такое. Рыба. О! Блин, только ж выключил камеру, а. Ну, здесь есть щука. Ух ты как! Не крупная. А я уже хотел уходить отсюда. Как неудачно она. Вот копия на орбит с Алиэкспресса сработала. Не зря поверил в него. Но пускай такой шнуробас плывет. Класс.
Причем так получилось интересно. Начался дождь, я уже думал плыть в лес, так как я забыл плащ, ну, скрываться от дождя. И думал, дорожку кину. Только кидаю, ставлю спиннинг, хватаю его ногами, и в этот момент дын-дын-дын, даже еще не плыл. Интересно, конечно. Ну, надеюсь, это не последняя здесь щука будет. И покрупнее она будет. Мне вот интересно, а что если попробовать поставить ратлинг? Будет вообще что или нет? Правда, мне кажется, будет зацепы. Ну, там посмотрим. Такое впечатление, будто что-то отвалилось от его и зацеп. Ну, не беда, у меня есть вот эта штука. Без ее на воблера и ратлина вообще невозможно ловить. По крайней мере, очень дорого. Доплыл до конца этого водоема. Пока ничего. Время почти 10 часов. Может и повезет. Посмотрю, будет ли клевать на другом водоеме. Единственное, идти только немало так. Ну а что не поделаешь, рыбалка. Ну вот я и переместился. Это же здоровый водоем. Да, такой переход утомляет. И солнышко вышло. А там опять, походу, тучи. Буду надеяться, что уже не будет дождя. А то тут я уже вряд ли где скроюсь. Здесь больно мелко. Ну и коряшки. Хорошее дерево почти. Есть. Что это такое? А, о, да ладно. Забагрилось. Как-то она странно ударила. Ты иди сюда. Отпущу уже. Тяпну таким-то. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ладно. Не, она взяла, просто потом уже подбагрилась. И вот кем-то тяпнуто. Пускай плывет. Ну, это уже многообещающе. Буквально какой третий заброс, и она взяла. Попробую-ка я поставить, уменьшиться точнее. Ради интереса. Будет ли разница или нет? Всякие крючки тут старые.
А, это жерлиц. Ужас, конечно. И на берег вот с этим всем гном. Спалил бы ее, так не с чем. Нечем тащить. Ну вот и все, рыба сегодня пассивная, да не могу. Даже шнурки отказываются клевать. Я уже все им предлагал, вплоть даже до вертушек. Но, увы, она вообще не хочет клевать ни на что. А все из-за чего? Сейчас постоянно идет слом погоды. Уже второй день невыносимый ветер. Точнее, вчера был вообще ужас. А сегодня где-то до 10-12 метров в секунду. И постоянные дожди. Я думаю, из-за этого слома и не хочет клевать. И она сейчас просто вся лежит на дне. Ее, наверное, проще забахрить, чем поймать и уговорить. Ну все, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. И не забывайте комментировать.